«Мы разные, мы равные». Под таким девизом открывается уже традиционный для Самары, но впервые с этого года всероссийский парафестиваль «Театр территория равных возможностей». Из 56 инклюзивных театров России, подавших заявку на участие, в Самару приехали 8 лучших. Санкт-Петербург, Ижевск, Уфа, Казань и другие города представляют свои постановки на сцене театра «Самарская площадь». Участникам он дает выход в свет. Это для них очень важно, когда они не в собственном соку варятся. Они просто репетируют и потом играют там одну, две, три премьеры и все. Вот. Это очень важно. Они приезжают на фестиваль, они получают оценку зрителей. Я надеюсь, что и публике, и артистам этот фестиваль понравится, что он пройдет с большим успехом. И, конечно же, ждем всех в следующем году. Надеюсь, что в следующем году нам удастся преодолеть вот эти вот пандемийные ограничения. И в отличие от этого года, когда фестиваль проходит все еще в смешанном формате, онлайн и офлайн, в следующем году нам удастся встретиться всем в залах наших театров. Оксана Смолякова 5 лет назад стала инициатором создания инклюзивного театра в Кинеле. Оксана сама мама особенного ребенка. Сейчас театр «Апельсин» состоит из 60 детей, 15 из которых с ограниченными возможностями здоровья. Это не мешает труппе собирать награды на различных творческих конкурсах и фестивалях. Помогает творчество и самим ребятам. Для меня это кайф. Я могу помочь своему ребенку и другим ребятам. Они стали более открытыми, социально адаптированными. Им легче общаться со сверстниками. Парафестиваль продлится по 23 сентября. Зрителям покажут 15 инклюзивных театральных постановок. Мария Левина, Николай Сидоров. События.